вход и выход. А с нами сегодня человек, который делает все заставки к нашему шоу. И вообще-то заставки-то пиздаты. И поэтому давайте поприветствуем. Здорово. Как тебя зовут? Меня зовут Мурат. А, ну да, я один из самых известных инвалидов в городе. Если слышали историю про долбоеба, который полез на дерево и потерял на нем глаз, это я. А в какой глаз смотреть? В этот. В этот, все хорошо. Мы заказали еду через Я-Еда, и сегодня у нас пицца «Олигарх» с индейкой из заведения. Это Татмак. Оценки у нас идут по свежести, вредности, вкусу и, конечно же, проходимости. Это, ну, ты понял. Пятибалльная шкала Алешек, и ты ставишь от 1 до 5 балла. Ну, честно говоря, давай, чинь-чинь. Я по виду скажу, что... Ну, первый кусок я съел, потому что я очень голодный, теперь я съем второй кусок. Начинка раскидана в хаотичном порядке, что говорит об их творческом потенциале. 2 Алешки из 5. А я лично по свежести поставлю 5. Я... Для национальной кухни очень даже неплохо. Ну давай, самую веселую историю, давай. Выбрали сосиски. Я уже понимал то, что во втором универе мне не дадут отсрочку, и был готов идти в армию. Веселился как мог, и в один из прекрасных вечеров я так навеселился. Тренажеров для инвалидов, есть дерево без половины веток. Половины веток там нет только из-за того, что там побывал я. Я полетел вниз в обнимку с деревом, проехал 1.5 метра, наверное, может 2. У меня даже суицидальные отметины остались вот здесь на руке. Ну и в итоге остановился, начал слезать аккуратно. И где-то за 1.5-2 метра до земли сломалась одна ветка, но ничего не произошло. Когда я слез чуть ниже, эта ветка зацепилась в другую ветку, а потом напряжение с нее спало, и она влетела мне прямо в глаз. Ребят, я ничего не вижу! Я как бы пьяный, не понимаю, что глаза открыть можно. В итоге меня положили больницу? Обратно на балкон. Да, нет. В больницу я пошел только через 1.5 дня. В кресле в... Как это хуйня называется? Блядь. Ну из ванны в эту хуйню ходят. Не полотенце, а вот... Пальто, халат? Да. И меня повезли в палату. Посадили меня в инвалидное кресло. Всегда мечтал покататься на инвалидном кресле. Я еду об... Говнище, блять, медикаментами такой. У тебя 2 глаза видят, то есть как ты видишь как человек? Нет. Не как человек? Никак. Как долбоеб. Ну ладно, что ты скажешь по поводу вредности этой еды? Если есть ее каждый день. Это одна из самых невредных. Ставишь 5. Да. Хорошо. Я поставлю 1. Это пиздец. Я в восторге. В восторге. Я тоже на самом восторге. Я считаю, тоже 5 из 5 поставлю. Очень хорошо соблюден баланс между ингредиентами. Я тоже думаю, они так равномерно распространены, что ты кусаешь оливку, а потом сразу же кусаешь помидорку, ну и в конце мясо. Нам пора попробовать этот чудесный напиток с вином. И сегодня с нами алкогольный эксперт, и он нам подскажет, что же нам пить. Вам слово. Сегодня у моих гостей блюдо, которое в привычном нам виде появилось в домах знатных итальянских господ еще в конце 16 века. Итальянцы по-прежнему считают вино едва ли не единственным правильным сопровождением к пицце. Так как в составе моих гостей белое мясо, то и вино должно быть легким и сбалансированным. Я рекомендую красное сухое вино Флерили Аманди Мизон Шандезен 2015 года. Вино из сорта винограда Гаме. Температура подачи вина 15-16 градусов. Так как вино молодое, мы не будем наливать его в декантер, а просто дадим ему подышать в бокалах. Кстати, красное вино помогает при пищеварении. Для мясной пиццы это важная информация. Мясо требует больше усилий со стороны организма для его усвоения по сравнению с овощами или рыбой. И не забываем использовать вакуумные пробки, чтобы вино в бутылке не окислялось и сохраняло свой первоначальный вкус.
И это твой бокал, прошу вас. Это наш бокал. Ладно, давай, с праздником. Каким? День благодарения. Честно, ничего не сочетается. Вино очень сильное. Ну, оно очень яркое во вкусе. А пицца, она не яркая. И поэтому ты, получается, ешь просто хлеб с вином. Нет такого ощущения? Не знаю, мне понравилось. Да? Винишко чуть небольшими красочками, нотка помидорки заиграла. Ну, ладно. То есть ты ставишь пятерку? Нет, сочетаю. Четверку? Четыре. Я поставлю двойку. Хоть я сам это все и искал, я ставлю эту двойку. Плохая работа. Время выхода. И сколько ты поставишь баллов за выход? Я ставлю пятерку. Я уверен, что это просто пройдет на ура со свистом и... Ну, мой желудок прожженный, я так что тоже поставлю пятак. Мы с вами прощаемся. Спасибо, что ты заскочил к нам. Мы надеемся, будут интересны заставки и вообще по жизни все будет интересно. Вы устали, что вам давно не попадаются нормальные крошки? Хотите, я расскажу вам, как уже сегодня сделать конверсию, что завтра вы будете крошечным миллионером? Скачай приложение Круг.ру Ставки, закидывай свои гули-гули на счет и раскрути себя до небес!